Видном все так же яблони цветут. И здесь речь идет не только о массовой высадке плодовых деревьев, в которой успели принять участие сотни горожан. По новой концепции ландшафтного сценария именно яблоки теперь будут украшать клумбы. Малые архитектурные формы в виде символа города уже обосновались во многих зеленых зонах поселения. Исходя из нашего опыта, которое оформление было зимой, было все в рамках единой концепции, и горожане очень хорошо восприняли данную концепцию. Было принято решение совместно с Олегом Владимировичем Хромовым о создании новой концепции именно летнего цветочного оформления на развитие в будущие года. Главную роль играет яблоня. У нас в гимне города Видного есть такие слова: «Видно, также яблони цветут». Ну и, собственно говоря, яблони в данном случае как визитка города, и яблоки, все возможные сферические образы именно вот характеризуют данную концепцию. Новая концепция оформления клумб охватывает весь Ленинский район и постепенно будет реализована во всех поселениях. Сейчас же цветы высаживают в Видном. В первую очередь тюльпаны и виолы. Затем будут посажены многолетники и кустарники. Специалистам предстоит оформить порядка 70 городских цветников. У нас всегда в городе красиво, оригинально оформляют. В принципе, вот эти в виде яблок тоже красиво. Там и цветочки будут цвести, и тюльпанчики. Там так красиво. В связи с поздней весной сроки немного затянулись, но по прогнозам специалистов, все работы планируются завершить до конца июня. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Ольга Садовская, Видное ТВ.